Ну, типа, чтобы туда залезть, нужно, типа, зажать туда, включить shift lock внизу, зажать и зажать кнопку прыжка и просто указательным пальцем медленно вот так вот вращать все. Всем привет! Сегодня будем играть в эту игру, где типа тренировки с паркуром, насколько я понимаю. Что она по-другому это никак не могу назвать. И вот тут вот оказалось, что в этой играете легко, чем я думала на телефоне. Потому что ну, тут легко, оказывается, забираться можно. Очень легко. Типа, ну просто вот ну, это, конечно, понадобится 3 пальца, но. Ну что это? Да ну это все равно просто. Забраться наверх. Ну, типа, чтобы туда залезть, нужно, типа, зажать туда, включить shift lock внизу, зажать и зажать кнопку прыжка и просто указательным пальцем медленно вот так вот вращать все. Это не так уж и сложно оказалось. Правда, конечно, палец натирается. Ну и что? Сейчас попробуем все попроходить. Конечно, понимаю, то, что можно было просто сделать вот так вот. Вот так вот. Но легче же просто вот так вот проводить пальцы. Вот. Не знаю. В конце не смог долететь. Вот. Не знаю, что так сложно было. Но тоже было просто. О, смог. Добрался. Ура. Сейчас пружинная все равно. Главное, что добрался. Первый раз. Может, получится еще вот это, вот я не знаю. О, как высоко. Почти, 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 почти. Ну ладно, все, мы тут тренировались по паркуру. Все, всем пока.